я в значительной степени недооценил вашу изобретательность. Подписчик моего читателя Евгения Искемерова просит моего читателя, на которого он подписан в Ютубе, походатайствовать, чтобы я его выпустил из бана. Вассал моего вассала, не моего вассала. Как-то там сложная такая цепочка получается, подписаться на человека ради того, чтобы потом... Вы там скажите Семену, чтобы он меня выпустил. С Евгением Кемеровским я знаком лично, под ником Махаут81. Он приезжал в Саранск, мы с ним познакомились. Специально для Андрея Азарова. Андрей Азаров, вас нет в бане ни на антилохе, ни на лохе по жизни. Не надо так сложно, такие сложные конструкции. Смотрите у себя в настройках, можете ли вы оставлять комментарии в принципе. Или вы были забанены под другим никнеймом. То есть вы могли поменять никнейм, но ваша учетная запись осталась прежней, YouTube вас оставил. Так что я... Я не могу, вот эта схема, конечно, меня восхищает. Я желаю оказать любезность человеку лично, мне знакомому и сделавшему изрядный крюк в Саранск по дороге из Кемерово в Питер, или там, вернее, из Питера в Кемерово. Ради знакомства со мной я просто не мог не удовлетворить такое ходатайство. Но, дорогой Андрей Азаров, я вас не банил ни на антилохе, ни на лохе. Либо я вас забанил по другим никнеймам, извините, не смог оказаться вам полезным. Всего доброго.